Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Серега. И да, я вернулся. Сегодня мы будем играть в террарию на телефоне. Мне пришлось пожертвовать немного мегабайтов, чтобы скачать ее. Ну, как видите, я уже тут успел поиграть, хорошо, вот так. О, если что, посмотрите мой шоу, загляните в комментарии, там есть мои комментарии. Прочитайте, и если вы будете ставить лайки или писать свои комментарии, я буду на вас подписан. Ладно, ждем. Ладно, я пока что переостановлю видео, чтобы вам не пришлось смотреть. Ну и все, погнала, поехала. Пока я пытался включить видео, у меня что-то с вот этой карты произошло. Ладно. Это я все за один год. Чего у меня с картой творится? Ладно. Ладно. Вот все, что я за один год накопал. Вот такие тоннели я копал. Дошел я до какой-то пещеры. Это, наверное, да, я дошел. Так. Ну и тут я подыхаю. Часто, не знаю почему. Вот у меня вот такой солененький инвентарь. У меня вот фармовые слитки есть. У меня очень крутой платиновый меч есть. О, кубок. Так, ну черная древесина, мне пришлось на другое место зайти. Деревянная удочка, вот это. Жезл вот этот. Короче, Гарри Поттер нахер. Так. Так. Да что у меня с картой творится? У меня каждый раз всегда что-то с картой. У меня палец задевает. Ладно, пошлите. Ой, моб. Это кто, слизень? А нет, другая фигня. Если что, не обращайте на воду, и там снизу очень много воды. Просто тут где-то сверху было много воды, и я чуть-чуть поломал, слил ее. Как свои кубки, Брау Старсе. Долго спускаться что-то. Надо было нормальную лестницу делать, а не просто копать вниз. Ладно. Этот слизень, он меня уже задолбал. Блин, а чё у меня с этой? Подождите. А, всё, вот она. Стоп. Ау, я сделаю это, чтобы у меня целилось. Так, собираем гель. Он мне понадобится для бомб. Вместо их вообще сделаю. Ладно, буду с палочкой Гарри Поттера ходить. Я тут по туннельчикам... Ой, блин, нифига не вижу. Черт. А, все, нормально. Ну, сейчас 13:50. Эх, блин, где я? Куда я? Кто я? Так. Так, ну про эту воду я говорил. Так, где типа... О, у меня фальмовый лук, я даже про это забыл. Это что, фонарь живой древесины? Вот это дыхательная трубка. Я иногда пользуюсь. Ой, а за что тут вещи бесконечные, не как в Майнкрафте. Что вот такой меч может сломаться. Фиолетовый факт. О. Ого. Ого. Он под водой работает? Блин, жалко, нет. А прикольный. Не, не он из факи. Тихо. Это мы зомби. Убиваем зомби.
Мальчик зомби убил. Стоп, чё? А. Это чё, медуза? А, это медуза. Сраная синяя медуза. О! О, всё, выпало. Да, наконец-то. Выбрасываем их, чтобы осветить немного пути. Так, ну тут вот это знамя я поставил. Вот, вот это, которое вы видите сейчас. Так, я чё, без самого... А, нет. Или... А, нет. Так. Всплывай, всплывай. Чёрт, чёрт, кто меня бьёт? Нифига не вижу. Пофиг, валим. Потом солью воду всю вниз. Ну, продолжаем. Буду продолжать копать. Если что, этот процесс займет долгое время. Ну и тем временем, я, когда копал, я нашел пещеру. Я думал, что больше не будет пещеры. Но черт, зонтик, черт. Нифига себе, она глубокая. Ох, черт. Блин. Ладно, хорошо, что вещи сохраняются. Ладно. Ладно, надо пошариться. Чуваки, у меня на луке стрелы. Обычные, так. А, нет. А, нет. А, нет, еще поджижённая стрела есть. Ну, это нормально. Так, ну, у меня тут манекен, вот это все фигня. Так, белая нитка. Бар. Скамейка, веревка. Так, ну, гель мне нафакила. Так. Ну, вот это. Что у нас есть? Глина, дерево, фольмовые куски, детонатор. Хорошо, что Бэтмен. Это что? О, бомба. Так, ну, могильная это плита. Бомбу я возьму. Ну, пушку я потом соберу как-нибудь. Стоп, чё? А ты как? Слышь, ты недоделок. Ты здесь как? Я ж дверь закрыл. Я хочу палочкой тебя убить. Ну, или луком. Так, стоп. Я дверь закрыл. Или он с того прохода зашел? Да не мог. А, нет, мог. Так, здесь что можем сделать? Нифига. Шеньки. Ну, в принципе, видео не сильно интересно получилось. Надеюсь, вы хотя бы поддержите лайком. Так, опять этот крот-рот. Слышь, почему она не стреляет? Слушай, чё за резня? Саморезы. Ты что, это глазина летающая? Что, урод летающий? Пожрал гриб в бой. Ненавижу это как-то свою броню. Стоп. Сколько у меня? Ё-моё! А чё я как лошара иду с с кактусной бронёй? Так, где наковальня? Я сейчас быстренько себе сделаю... А! Так, ну кактус... Не, потом. Потом уберу. Да, всё. Так, стоп, чё? Сколько... Да, ёма! Ёперный театр. Ладно, где это фальмовое говно? На кого я похож?
Ко мне зомбак в гости хочет. Я ему скажу нет. Видео длится уже 10 минут. На улице, блин, 5 сентября. Ну, он хотя бы более защищен. Так. Ну, черт, я забыл дверь сама не закрывать. Ну, давай, подходи. А, нет, ты не смог подойти. Все, дверь под моим контролем, наверное. Да ё, чё так про... Что с ВПС? Чё так просаживает? Я на телефон... Я знаю, что я на телефоне играю. А ё-моё, у меня... А это ж... А тут что? Статуя доспехов. Ацтеков, блин. Ну ладно, пошлите. Скучновато. Ну ладно, это террария. Здесь и так скучно. Я этого не отрицаю. Ну интересно, что за пещера? Короче, это место какое-то проклятое. На меня где-то сверху сейчас попадало 20 монстров. Я их всех, конечно, поубивал, но мне сейчас страшно. Где моя светящаяся палка? А, она там. А, это моя могила. Я тут крякнулся недавно. О, еще кувшинчик. Офигенный лут. Вообще офигенный. Я в какой-то сраной... Опа. Опа. Фиолетовые камушки. Пожалуйста, что-то стоящее. Сапфиры. Ура. Я новый... Ура, я новую руду нашел. А здесь еще рубины будут? Самоцвета, блин. Ура. Тем временем я вспоминаю Селена Стивена. Ностальгия. Блин. Ура, я что-то новое нашел. Сапфира. А там что хотя бы? О! Чего? Я не всех убил! Жопа, гипоталама, слона. Эх. Ладно, на эти ноте закончим видео, потому что, ну, вы видели, что тут происходит. Если вы хотите вторую часть террарии, ставьте лайки. Наберем 10 лайков, и я продолжу. Потому что эта игра у меня сожрала почти все мегабайты. Она как этот... Она как Free Fire бесит. А я уже зарегался на Free Fire Max. И мне придется поудалять, поочищать приложение, чтобы это все скачать. Но если вы хотите еще, чтобы я по Free Fire что-то поснимал, пишите. На шорте или еще где-нибудь. Опа. Сапфировый крюк. Стоп. Крюк. Ура! Ё-моё! Да! Наконец! Вы, это правда? Если это правда, я в афиге. Это правда. Оба! Есть! Мне не надо лестницы делать! Ура! И не забывайте, кстати, не забывайте,
Если вы на меня подпишетесь и напишите какой-то комментарий, то я обязательно на вас подпишусь. Хоба. Стоп. А, блин, так нельзя, жалко. Стоп. Что со мной? Я в блоках! И... Помогите! Я в блоках застрял сейчас. Я сейчас просто реально тупо в блоках застрял. Или я Я забыл, что здесь блок. Стоп, если это реально... Оба. Я научился. А, он недалёкий, он не сильно далекий. Все, я буду как Эдисон в снайперах передвигаться по крюку. О, так я могу так делать. Шахтер 99-го ЛО. О, все. А это что за сундук? О, здесь ничего. Что, я его переименовать могу? Нифига себе. Ну ладно, на этой ноте все-таки закончим уже это видео. С вами был я, Серега. Всем удачи и всем пока. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну и не забывайте еще писать комментарии под видео некоторыми, чтобы я видел, что вы пишете комментарии, и я мог подписаться на вас. Ладно. Ладно, дальше буду продолжать, не знаю во сколько. Но если вы наберете лайков, ждите, не знаю. Не знаю, когда видео ждите. Но я точно напишу в комментариях, когда оно выйдет. Всем удачи и всем пока! Пока!